Нет, если вы умеете ходить, вы умеете танцевать. Так почему же мы до сих пор стоим на месте? Я, Оля Терех, призываю, иди сюда и танцуй. Поехали. Смотри и повторяй. Сначала в своем ритме, а потом набирай скорость. Первое движение у нас щелчок вниз. Это наш счет. Раз. Далее мы ставим ножку назад. В это время ручки делают полукруг и собираются вместе. Раз, два. И еще раз. Раз, два. Потом и приставили. Три. Далее у нас слайд в ту же сторону. Пам. Наши ручки при этом выбрасываются по сторонам и собираются вместе. Четыре. И соберем всю связку вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А сейчас твоя очередь импровизировать. Это было здорово, но я уверена, что ты можешь больше. Дополним наш танец новыми элементами. Итак, продолжаем. Спрятались, открылись. Это будет 5 и далее. Степ правой, степ левой. 6 и. И добавляем ручки. В сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Далее. Опять упала голова. Выросли. И слайд вперед. Соберем это все вместе. Ускоряемся. И соберем всю нашу связку вместе. Приготовились. Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь и восемь и. И давай быстрее. А теперь потанцуем вместе. Поехали! Every time you come around, it feels like I'm in ecstasy. Ain't got no troubles on my mind, 'cause it's just you and me. Надеюсь, тебе было полезно провести это время со мной. Покажи, что умеешь. Подписывайся на телеканал Беларусь 2 в социальных сетях, публикуй видео с хэштегом «Иди сюда и танцуй», и, возможно, именно твой танец украсит наш следующий эфир. А на сегодня все. Пока!